Челябинские клумбы украсят разноцветной сосновой щепкой. В преддверии 75-летия Победы материал рассыпят в форме красных звезд и георгиевской ленты. Высаживать растения начнут, как только синоптики перестанут прогнозировать резкие похолодания. Данная щепа покрыта органической краской. Никакого вреда для земли она вообще не приносит. Она, наоборот, приносит только пользу, потому что она является практически удобрением. Щепка собирается на лесопильных предприятиях и высушивается. Такое покрытие удерживает влагу и обеспечивает комфортную температуру для растений. Очень хорошо подготавливают данные газоны города для посадки следующих растений, многолетников или однолетников. Разнообразие цветов дает нам возможность сделать различные яркие ландшафтные дизайны. Таким способом украсят все клумбы в советском районе Челябинска. Уже со следующей недели победные композиции можно будет увидеть на Театральной площади, улице Тимирязева, у входа в Молодежный театр. На фоне георгиевской ленты будет находиться красная звезда. Это будет единая тематика всех тех клумб, которые находятся и здесь, напротив драмтеатра, и которые опускаются на сквер площади Революции. Позже начнут высаживать цветы. Этим летом Челябинск могут украсить шалфей, петуния и однолетние георгины. Если начать их посадку сейчас, цветы погибнут. Почва промерзла. Сейчас говорить о какой-то высадке цветов, ну, просто бесполезно. Это мы их просто потеряем. Вот. И деньги будут потрачены зря. Поэтому дождемся нормальных круглосуточных положительных температур, вот, и приступим к высадке с гарантированным результатом. Первые посадки цветов начнутся уже во второй половине мая.